Привет, я Элли Ди, а это моя собака Джина. И сегодня вас ждет топ-10 интересных фактов о породе чихуахуа. Поэтому смотрите этот ролик до конца. Моя Джина породы Джек Рассел Терьер, поэтому сегодня она мне не понадобится. На 10-м месте исторические факты о происхождении породы чихуахуа. Порода чихуахуа является одной из самых древнейших пород в мире. Ее история отсчитывает почти 3000 лет. Предком чихуахуа является древнейшая порода течичи. Чихуахуа почиталась у таких древних цивилизаций, как майя, тальтеки и ацтеки. В 1800-х годах чихуахуа были привезены в Европу из Мексики, где стали очень популярными благодаря своей необычной внешности и характеру. А в России первые чихуахуа появились в семье Хрущева. На 9-м месте факты о стандартах породы. Чихуахуа по стандарту имеет маленькое тело, большую голову и уши. А вот вес чихуахуа не должен превышать 3 килограммов. Те собаки, которые участвуют в выставках и весят больше 3 килограмм, дисквалифицируются. У породы чихуахуа есть два типа шерсти – короткошерстная и длинношерстная. Было замечено, что чихуахуа с длинной шерстью более спокойно, в отличие от тех представителей этой породы, которые имеют гладкий тип шерсти. Гладкошерстный более активный и несколько более темпераментные, чем свои длинношерстные собратья. Кстати, окрас шерсти породы чихуахуа может быть абсолютно любым. Посмотрите, какое разнообразие оттенков шерсти есть в природе у чихуахуа. На 8-м месте факты о среде обитания и содержании данной породы. Поскольку чихуахуа является маленькой собачкой, она отлично подойдет для небольшой квартиры. А благодаря своей деликатной конституции, чихуахуа являются чисто комнатными собачками, поэтому длительное пребывание на улице может даже им навредить. Эти собачки очень малы, их не стоит оставлять без присмотра надолго на улице, поскольку они могут стать жертвами более крупных собак и даже хищных птиц. Хотя порода чихуахуа и небольшая, они любят бегать за большими собаками и играть с ними. Будьте крайне аккуратными, поскольку в такой игре ваша собачка, если у вас чихуахуа, может себе причинить какую-то травму. На 7-м месте отношение чихуахуа и детей. Чихуахуа и дети – это особый вопрос. Если в вашей семье есть дети, стоит лишний раз задуматься, покупать ли именно эту породу. И проблема вовсе не в том, что чихуахуа плохо уживается с маленькими детьми. Нет, они отлично с ними уживаются. Дело совсем в другом. Будучи очень маленькой породой, чихуахуа становится мишенью для ребенка, который только что начинает ходить, или даже для дошкольника. Маленький ребенок, даже не замышляя ничего дурного, может просто потерять равновесие и упасть на собаку, раздавив ее. Родителям надо быть предельно внимательными, когда животное играет с ребенком. Это не значит, что родителям придется оставить мысль о покупке собаки. Нет, просто нужно взвесить все за и против и продумать этот момент более тщательно. На 6-м месте неприхотливость чихуахуа. Чихуахуа – неприхотливые собачки. Они любят долго гулять, кушают мало, редко болеют даже уже в возрасте. Но особенность, которую стоит учитывать, это то, что чихуахуа боятся холода. И еще, если вы гуляете с этой собакой по неровной поверхности, возможно, в некоторых моментах вам придется взять эту собачку на руки, потому что им неудобно ходить. Чихуахуа легко перемещать, они же так мало весят. С ними комфортно путешествовать, и они будут очень рады, если вы их возьмете с собой. Ведь это отличная собака-компаньон. На 5-м месте факты о здоровье. Собака чихуахуа редко болеет. Они доживают до возраста 15-18 лет, но есть некоторые особи, которые дожили до 20 и даже больше лет. Чихуахуа, являясь достаточно хрупкими собачками, часто получают переломы. Даже прыжок со стула может привести к вывиху бедра. Также в силу своих маленьких размеров у этой породы часто протекают тяжело роды. Но в целом это довольно-таки здоровые собачки. На 4-м месте популярность чихуахуа. На фото светской львицы модницы Пэрис Хилтон блистает со своим любимцем чихуахуа по кличке Тинкербелл или просто Тинки. Тинки – постоянные гости на всех вечеринках, которые посещает Пэрис, а также постоянно сопровождает свою знаменитую хозяйку во всех турах, съемках и при этом проживает в отдельном номере отеля. В доме Пэрис проживает 17 чихуахуа. Им не дают скучать компания йоркширских терьеров и померанских шпицев. Не обделен вниманием и чихуахуа известного американского актера Микки Рурка. Эта маленькая собачка является не просто домашним питомцем, а самым близким другом, времени для которого у Микки всегда хватает.
На фото любимый чихуахуа актера по кличке Бо. Телеведущая России и Украины Анфиса Чехова стала хозяйкой еще одного представителя маленькой декоративной породы. Только теперь это не йоркширский терьер, а маленькая чихуахуа по кличке Тиффани. Своим стилистам Анфиса добавила работы. Теперь им необходимо купать, умывать, делать процедуры, укрепляющие шерсть малышки, полировку коготков, также подбирать парфюм гламурной собачки. Эта маленькая модница имеет гардероб одежек и множество аксессуаров. Вот мы и добрались до тройки самых интересных фактов о породе чихуахуа. На третьем месте дрожь чихуахуа. Причиной дрожи может быть возбуждение, испуг, холод или просто питомцу стало некомфортно. Хотя чихуахуа и кажутся бесстрашными, они довольно нежные и ранимые существа. К тому же, как и у прочих маленьких животных, у чихуахуа очень быстрый метаболизм, соответственно, он может вызывать дрожь. При ее возникновении просто убедитесь, что с собакой все хорошо, ей не холодно и она не напугана. Возможно, произошла смена обстановки или какой-то ее части, но это заметил только сам чихуахуа. На втором месте мягкое место на голове чихуахуа. Наличие незаросшего родничка делает маленьких щенков чихуахуа очень уязвимыми в первые месяцы жизни. Специфические особенности строения черепной коробки у данной породы собак являются причиной метеозависимости у этих собак. Повышенное внутричерепное давление, а вследствие и головные боли не редкость у чихуахуа. И на первом месте самый интересный и самый яркий факт о породе чихуахуа – это самая маленькая собачка в мире. Книга рекордов Гиннесса официально признала за чихуахуа право называться самой маленькой породой на этой планете. Крошечная чихуахуа по кличке Милли весит всего лишь 170 граммов, а ее так называемый рост – рекордные 6,5 сантиметров. Нынешняя короткошерстная рекордсменка обошла еще одного, но длинношерстного чихуахуа по кличке Бубу, который родом из США и также помещается на ладони, но длина его тела от макушки до кончика хвоста 10 сантиметров. С вами была Элли Ди. У меня на канале для вас очень много интересных роликов о собаках, поэтому подписывайтесь и ставьте лайк. Увидимся!